Вот пока вы тут пели, плясали, отдыхали, гуляли, у деда Архимеда у меня YouTube-канал украли. Гуляли, украли, да. Извините за рифму глагольную, просто в шоке я, и обидно мне, и местами больно. Средь бела дня с топором, ножом и ручной гранатой ограбили дедушку вашего какие-то лихие ребята. Ну окей, допустим, не было ни гранаты, ни базуки. Украли канал хакеров, поганые руки. То ли что-то кому не понравилось, то ли бред нес кобылы сивый. А может, это вы и украли, что я очень красивый. А пока с преступлением века Ютуб разбирается. Создал новый канал Дед Архимед НЗ, он называется. Вот опять рифма дурацкая. Никак не настроюсь, хоть тресни. Но зато на канале этом уже есть новая песня. Здесь припев бы мощный бы жахнуть, вот бы было бы здорово. И на бэк-вокал пригласить Баскова и Киркорова. Спели бы они хором, поправив прическу и тончик. На Дед Архимед НЗ подпишись и нажми колокольчик. Бузова Оля бы пела, не прекращая смеяться. На новый канал деда надо всем подписаться. Рифма опять глагольная, но для Оли это нормально. Собрать бы весь шоу-бизнес, чтоб за деда топили орально. Чтоб человек самый главный нам по ТВ бы сказал: я устал, я ухожу, но у деда есть новый канал. Размечтался ты, дед, захотелось тебе видать славы Тимати. Ну, конечно, но думаю, что и без звезд меня вы не кинете. Чтобы с дедушкой Архимедом на связи остаться, на канал Дед Архимед НЗ нужно вам подписаться. Ой, опять рифма-то плохая. Но я исправлюсь. Ютуб-канал Дед Архимед НЗ. Подписывайтесь и колокулируйте. Ну, на колокольчик жмите. До новых встреч, ваш Дед Архимед!